Сегодня я покажу, как сделать весенние цветы крокусы из фоамирана. Рисуем такой шаблон из картона с 6 лепестками, каждый которой 2,5 см. Простой шариковой ручкой синего цвета я перенесла свой шаблон на фоамиран в том количестве, сколько необходимо мне для цветов. Рисуем, начиная от середины самого цветка, полосы, не доходя до края лепестка. Если вы взяли желтый или белый фоамиран, то шариковая ручка вам не подойдет. Используйте иголку и ею продавливайте линии и обводите сам шаблон. Эти полосы можно затенить косметическими тенями. Я взяла фиолетовый и черный. С помощью губки мы убираем лишние тени и придаем более красивого и яркого эффекта. Чтобы закрепить рисунок, используйте лак для волос. Для придания формы используем утюг. Я оставлю на среднюю температуру. После горячей обработки формируем цветы. Делаем стебли, обкручивая гофрированную бумагой бисерную проволоку, проклеивая клеем ПВА. После того, как наша бумага высохнет, проволоку режем на необходимое количество деталей. Нитку мулине красного и желтых тонов нарезаем на кусочки по 1 сантиметру и с помощью горячего пистолета обклеиваем верхнюю часть стебелька нарезанными нитками. Так мы придаем эффект пестиков и тычинок. Таких стебельков нам нужно сделать столько, сколько у вас будет открытых цветов. Цветы, которые в будущем у вас будут в открытом состоянии, нам нужно приклеить вместе разреза. Для этого мы берем суперклей. Стебелек вставляем в середину цветка и опускаем до начала пестика и тычинок. С нижней стороны приклеиваем место соединения суперклеем. А чтобы получить бутоны, стебель приклеиваем к месту соединения и заворачиваем цветок, формируя сам бутон. Наши цветы готовы. Я Сильнова Оксана, рада была поделиться с вами своими идеями. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе всех моих новинок. До новых встреч!